Серия Battlefield радует любителей видеоигр уже более 10 лет, давая возможность ощутить себя в роли бойца в самых крупных исторических и футуристических военных конфликтах. Новый Battlefield 1 вернул нас в период Первой мировой войны, одного из самых важных и масштабных конфликтов в истории человечества. Несмотря на то, что период начала 20 века повлиял на большинство аспектов игры, он также изменил отношение игроков к серии. Первая мировая не сильно освещена в компьютерных играх, и поэтому для многих этот период будет в новинку. Она повлияла и на игровые механики Battlefield 1. Бои стали менее динамичными, уменьшилась дистанция боя, так как оружие и техника не такие продвинутые, как в предыдущих частях серии. Но новый антураж также позволил ввести множество новых возможностей и механик. На смену мотоциклам пришли лошади, которые позволяют повысить мобильность. А на смену истребителям и вертолетам — простые аэропланы и бомбардировщики, которые, естественно, вписались в игровой процесс, в отличие от современных самолетов, летающих на неестественно низких скоростях. Во время Первой мировой впервые использовали химическое оружие иприт, также известное как горчичный газ. В игру это добавило важную механику с противогазами и множество связанных с ними тактик. Военная техника и стационарное оружие также были изменены в соответствии с историческим периодом. Теперь это тяжело бронированные медленные стальные крепости, которые могут повлиять на ход битвы при грамотном использовании. Но, как и в случае со стационарными орудиями, скорость поворота башни и перезарядки намного ниже, чем у современных аналогов, а угол обзора очень ограничен. А такие мелочи, как анимация перезарядки снаряда полевого оружия или смена места в самолете, выглядят просто завораживающе. Все эти изменения дополняются новой системой погоды, а также сменой дня и ночи. Теперь в сетевых сражениях условия игры могут меняться на лету благодаря различным капризам природы. На пустынных картах может начаться песчаный шторм, который заставит технику идти по приборам. На город обрушится ливень или густой туман, который так ненавидят все снайперы. Для любителей хороших историй и сюжетной кампании в Battlefield 1 доступна подборка так называемых военных историй. Небольших сюжетных веток, каждый из которых расскажет историю какого-то из участников Первой мировой. Нам предстоит побывать не только на просторах Европы, но и на Ближнем Востоке, который также был втянут в этот конфликт. Сюжет отличается очень интересными историями, новым способом подачи и персонажами, в которых хочется верить и сопереживать. И несмотря на опасения, вызванные обилием американских солдат в промо-материалах, адским псам Гарлема уделили всего несколько минут в прологе. Основную часть времени, которую вы проведете в игре, разумеется, займут сетевые баталии. Они могут похвастаться множеством игровых режимов, как уже хорошо знакомых, так и совершенно новых, использующих особенности Первой мировой. Карты, как место проведения боев, могут предложить отлично проработанные и детализированные локации. На них найдется место для всех игровых классов, а также пилотов, танкистов и кавалеристов. Почти все объекты в игре можно разрушить, и под конец матча от небольшого городка возле контрольной точки могут остаться только камни. И выглядит это просто потрясающе. Тем не менее, несмотря на все позитивные нововведения и особенности, Battlefield 1 все-таки может расстроить некоторых геймеров специфическим темпом боя и механикой оружия. Найдутся и те, кто пожалуется на отсутствие реализма некоторых механик и небольшим историческим несоответствием в угоду геймплею. Но с другой стороны, перед нами же не хардкорный симулятор, а красивое, эпичное и весьма захватывающее кино, участником которого вы и становитесь. Для кого-то Battlefield 1 станет игрой года, а кто-то совсем не оценит и пройдет мимо. Но игра абсолютно точно заслуживает пристального внимания со стороны геймеров. Поэтому мой вам совет. Попробуйте сами и решите для себя, мое или не мое. Ну а свое мнение высказывайте в комментариях и на нашем форуме. С вами был Эллиот, до новых встреч!